Уверена, что к новогоднему столу каждый из нас купит палочку другую копченой колбасы. Как не ошибиться в выборе этого продукта, расскажет Андрей Бабаев. Андрей, здравствуй. Привет. Итак, чтобы выбрать нормальную, качественную колбасу, первое, на что следует обратить внимание, это, конечно же, на цену. Цена колбасы копченой, качественной, не должна быть ниже, чем 55 гривен за килограмм. А почему так? Потому что нормальная колбаса не может стоить дешевле, чем мясо на рынке. Мы приходим в супермаркет и смотрим на витрину. Берем колбасу. Если она липкая, либо же если на ней есть вот такая плесень, следовательно, эта колбаса хранилась неправильно, и она уже изначально испорченная. То есть такой продукт мы не покупаем. Слушай, ну а я слышала, что если колбаса сырокопченая, и на ней образовалась такая вот как седина, то это говорит о том, что это хорошая колбаса. Действительно, если эта колбаса сырокопченая, это нормально. Если эта колбаса варено-копченая или полукопченая, это уже признак того, что эта колбаса хранилась в неправильных условиях и нарушена технология производства. Угу. Если мы пришли в супермаркет и видим, что колбаса довольно-таки блестящая, следует задуматься, почему? Либо это оболочка такая, либо же все-таки она была уже просроченная, ее просто натерли маслом для того, чтобы придать ей нормальный товарный вид. Если говорить о супермаркете, то вот такая колбаса может натираться, с нее может сниматься оболочка, и она дальше может попадать вот в такую вакуумную упаковку. Нарезочки уже готовые. Да, вот в такую нарезку. Мы должны обращать внимание, если на нарезке стоит штамп завода, это говорит о том, что были соблюдены все санитарные условия, и этой колбасе и производителю можно доверять. Если на упаковке стоит штамп супермаркета, это может говорить о том, что это просто уже перефасованная колбаса, которая не продалась в батоне. То есть прошел срок годности колбасы, ее нарезают и упаковывают. В вакуум, да. Чтобы я не могла потрогать и понюхать. Да. Слушай, а в супермаркетах еще есть такая удобная услуга нарезать колбаску. Вот я сейчас беру, например, такой кусочек, и мне при мне нарезают. Это хорошо? Это удобно, но есть одно но. На этом нарезочном аппарате могут нарезать сыр, колбасу разных сортов. При этом, если этот аппарат не будет вытираться и дезинфицироваться, то за целый день на нем будет накапливаться очень много разных бактерий. Можно нарезкам доверять именно тем, которые выполнены на заводе, потому что на крупных заводах всегда следят за чистотой производства, и нарезка выполняется на поточной линии без присутствия людей. Вот в таком вакууме, кроме нарезки, есть еще, ну вот, сами колбасы. Их удобно брать. Для чего это делает производитель? Срок хранения колбасы без вакуумной упаковки 2 недели. С помощью вакуумной упаковки могут этот срок годности продлить еще где-то на 10 дней. То есть это будет 25-30 суток в зависимости от вида колбасы. И колбаса будет сохраняться. Плюс еще какой нюанс. Без этой упаковки колбаса будет сохнуть. Соответственно, вакуумная упаковка предотвращает этот процесс. И влага в колбасе остается вся, которая была изначально при производстве. Супермаркет на этом не теряет. И производитель на этом не теряет тоже. Но только вот я же не могу проверить, какая там колбаса внутри, липкая или хорошая. Смотрим на вакуумную упаковку. Колбаса должна быть выполнена по ДСТУ. Также смотрим на цену. И вот тут вот, когда срока годности касается, то есть срок годности от производителя, есть срок годности, который ставит супермаркет. Обычно это когда две вот этикетки наклеивают, да. Мы уже эту тему проходили. Следует обращать внимание только на упаковку завода-производителя. По поводу колбасы, которую мы покупаем в супермаркете, в принципе, все ясно. Нужно выбирать колбасу, которая стоит не дешевле, чем мясо, чтобы быть уверенными, что она из мяса сделана. Она не должна липнуть, и на ней не должно быть никакой слизи. Если это колбаса в вакуумной упаковке, обязательно будем смотреть на срок годности, причем обращать внимание на этикетку от производителя, а не от супермаркета. Ты еще говорил о том, что раскроешь секрет изготовления дешевой колбасы. Что такого страшного может попасть в копченую колбасу? Дешевая колбаса. Наряду с известным нам мясом, такие как свинина, говядина, курица, есть такой продукт, который может быть написан. Мясо механической обвалки, ММО. И что это за обвалка такая? Что это такое? Это могут быть говяжьи кости, это могут быть куриные кости, это могут быть свиные кости. Вот есть кусочки мяса, которые просто руками тяжело счищать. То есть человек их физически уже счистить не может. Поэтому стоят специальные машины пресса, которые эти кусочки мяса счищают. Ну и, соответственно, туда попадают уже все внутренности кости. И получается, что это не качественное мясо, а уже вот какие-то остатки, грубо говоря. Да, то есть это дешевое сырье. Особенно популярностью большой пользуются куриные кости. Они очень мягкие, и с ними проще всего сейчас работать. А вот эти вот шкурки тоже туда идут? Шкурки тоже могут туда идти, но и шкурки еще идут немного в другом виде, в дешевую колбасу, в виде эмульсии. К примеру, возьмем ногу, шкуру срезают, ее размачивают в пищевой кислоте, дальше ее измельчают на высоких скоростях, она превращается в зефир, и после этого она идет как наполнитель в дешевые виды колбас. Все для того, чтобы мы наелись всякой ерунды. Дальше, какие еще ингредиенты идут в дешевые виды колбас? Это соевый текстурат, он выглядит примерно так. Это соевый изолят, порошок.
А изолят чем от текстурата отличается? Просто в текстурате содержание белка 50%, а в изоляте содержание белка 90%. Ух ты! Слушай, ну получается, что добавляя соевый белок в колбасы, пусть это будет и копченая колбаса, в принципе, вред нашему здоровью не наносит или это вредно? Почему именно взяли соевый белок? Потому что он по пищевой ценности, ну, приближен к мясному белку. И плюс он хорошо впитывает воду. Ну, понятно, он хорошо впитывает воду, и он будет намного дешевле, чем килограмм мяса сейчас. Да, тут проблема как раз не в том, что мы сою едим, а в том, что нам говорят, что мы едим колбасу, а мы в это время едим сою. И понятие такое, как говорят, колбаса соевая. То есть, в принципе, если вот даже на палец, если ты не побоишься попробовать ее, никакого запаха, вкуса особо она не имеет. Это абсолютно нейтральный продукт. Если мы насыпем сюда, к примеру, ванилина, и потом размешаем это в воде, можно сказать, что это просто какой-то даже йогурт. Но, тем не менее, все его боятся. Дальше, следующий продукт – это пшеничная клетчатка. Ее добавляют тоже в колбасу для того, чтобы удерживать там побольше влаги. Слушай, так а что должно быть написано на колбасе, чтобы мы понимали, что мы все-таки едим колбасу из мяса, а не колбасу из сои и из мяса механической обвалки? Колбаса должна сделана быть по ДСТУ. То есть это залог того, что изготовитель сделал эту колбасу в соответствии с государственными стандартами. Чем меньше добавок различных, это будет свидетельствовать о том, что эта колбаса более натуральная. Вот эти сои, клетчатка тоже в виде Е-добавок написаны? Или будет так и написано? Соя? Будет написано просто клетчатка пшеничная, изолят соевый и, ну, может быть, растительный белок. А какие Е-добавки наиболее вредные добавляют в колбасы? Это фосфаты. Это Е450, Е451. Также нитрит натрия – это вредная добавка довольно-таки, но добросовестные производители используют эту добавку четко регламентированно. На 100 килограмм ее добавляют всего лишь 7 граммов. Нитрит натрия используется в копченой колбасе для чего? Чтобы колбаса у нас была приятного красного цвета. Касаясь, конечно, еще Е-добавок наряду с фосфатами, нужно сказать, это красители. Это кармин, кармуазин. Если эти красители присутствуют, следует тоже их опасаться. А они будут и в качественной, и в некачественной колбасе? Только они, в разном количестве? Они могут быть и в качественной, и в некачественной. Но если колбаса довольно-таки дорогая, она будет более такого серого, неприглядного цвета наряду с каким-то более дешевым аналогом. Как должно быть описано мясо, которое содержится в колбасе? Просто свинина, говядина, курица? Должно быть обязательно указана сортность мяса. То есть, если это свинина, это не жирная, полужирная или жирная, или сало. Если это говядина выше, сорт первый, сорт. А если производитель так не пишет, что это значит? Он должен так писать. Если он не пишет, значит, есть какой-то подвох. Как можно определить еще качество колбасы, не только потому, что на ней написано, но и по внешнему виду? Из этих всех образцов вот этот образец самый неудачный. То есть, вроде выглядит неплохо. Ну, розовенькая. Розовенькая, нормально, да, и пахнет Дай вроде понюхай. Ничего. Ну да. Сожми ее руками. Жму. Как фарш какой-то. Как фарш. Она как резинка получается. Да. То есть, в принципе, можно сказать, что это просто хорошая, плотная вареная колбаса. Даже вареные колбасы бывают поплотнее, точно. Она чем... мне вареную напоминает. Да. Но копченая должна быть не такая. А вот этот как будто бы то же самое получается. Ну вот я жму, и уже такого выжать не могу. Вот в этой колбасе есть такое включение, похожее на мясо, якобы. Вот, видишь? Угу. Это не мясо, это мясные гранулы, которые могут делаться на основе либо сои, либо других добавок. А я сейчас тебе проверю, что тут написано. О, мясо механической обработки. Вот то, что обвалки, ты говорил. То есть, когда я вижу, что здесь написано на колбасе мясо механической обработки, я понимаю, что там было вот это. И вы тоже, пожалуйста, запомните, потому что вы это видели. Спасибо тебе, друг. Теперь мы можем отрезать кусочек этой колбасы. Мы видим, здесь мясо ненатуральное и сало также ненатуральное. Я помню, что рассказывал, что могут делать искусственное сало. Как его проверить? Вытягиваем кусочек сала, бросаем его на сковородку. Если сало не тает, не меняет свою форму, соответственно, это подделка. Вот по поводу вот этой вот колбасы, сырокопченой, которая больше 100 гривен стоит, что скажешь? Из этих всех колбас не по сути дела, будет больше всего мяса. Во время приготовления из нее уходит до 30% влаги. То есть, если в эти колбасы производитель может внести какое-то количество влаги, в эту колбасу производитель воду вносить не будет. Сыровяленая и сырокопченая – это одинаковое? Сыровяленая колбаса вялится без присутствия дыма, сырокопченая колбаса готовится с присутствием дыма. Ну и теперь давай непосредственно приступим к самой дегустации. Ну да, рассмотрели-то мы колбасу со всех сторон, но самое главное, что мы с ней сделаем, это съедим. Ну что, давай пробовать, да? У нас есть образец номер один и образец номер два. Практически одинаковая колбаса. Это два вида сервелата. Я тебе сейчас отрежу чуть-чуть, а ты выберешь, какая тебе больше понравилась, а какая меньше по вкусу. Ну, как? Ничего. Теперь я тебе отрезаю еще кусочек колбасу под номером 2. Выбирай, какой тебе ближе.
Вот я тот человек, которого приятно в гости пригласить. Я все ем, и мне все нравится. Колбаса номер один. Если я ошиблась, то позор. Теперь мы пригласим к нам в гости еще одного эксперта, который точно разбирается в колбасах на 100%. Итак, я отрезаю по кусочку колбасы. Я пойду за нашим экспертом. Пойдем. Вот, поприветствуй. Сидеть. Молодец. Поаплодируем, да, Настя? Молодец. Теперь колбаса под номером один. Отлично. Один. И колбаса под номером два. Два. Так. Несси. Несси. Я с тобой. Закрой глаза. Подожди. Ну, а теперь, что она выберет, та колбаса будет и качественная. Так. И так. Несси, ты что, вторую ешь? Оп. Вуаля. Конечно. Я проведу Несси. Спасибо. Приходи еще. Ну что, получается, ну что? Что я ошиблась? Ну, немного, да. Получается, ты ошиблась. В чем ошибка? В колбасе под номером один, которую ты выбрала, больше ароматизаторов. И, соответственно, все-таки они опять же нас обманули. Ну это как же получается? Учи меня, не учи, а я все равно не могу на вкус хорошую колбасу от плохой отличить. Разница между этими колбасами 50 гривен за килограмм. А, вот тут все. Тут понятно. Я поняла, да. То есть слепая дегустация нас обманывает, но если мы будем покупать эту колбасу на витрине супермаркета, конечно, ориентируемся на цену, и тогда мы точно не ошибемся. Плюс все те советы, которые мы сегодня получили от Андрея для того, чтобы выбрать правильную колбасу. Ну и, конечно, если бы в магазины можно было заходить с собаками, то с этого момента все хозяева собак водили бы собак с собой колбасу. 100%. Отправляясь в магазин, мы теперь будем знать, около какой колбасы останавливаться, а мимо которой идти прямо, да? Спасибо тебе, Андрей. Пожалуйста.